Привет, друзья! Сегодня я вам предлагаю сделать макияж вот в такой карандашной технике. Мы с вами его попробуем повторить. И меня просили сделать запись именно макияж с тенями-рефилами. Они у нас в первом каталоге сейчас идут. Вот они, тени-рефилы. И как вариант, один из вариантов, а их тут множество, я вам предлагаю вот такой макияж в медно-розовой гамме. Этот макияж подойдет абсолютно для каждой формы глаз. То есть он универсальный. Какой бы у вас разрез глаз и форма глаз ни была, он будет на ваших глазах смотреться хорошо. Поэтому можете смело повторять, экспериментировать. Именно эта форма подойдет для любой формы глаз. Итак, я буду использовать цвета насыщенный медный в своей палетке, затем райское золото, темный кофейный и бежевый нюд. Вот они как раз 4, вот так они выглядят, и вот так у нас они на глазах. Получается вот такой вот макияж с помощью вот этой вот как раз палеточки. Медный, розовое золото, темный кофейный и бежевый нюд. То есть они такие, если эти с блеском идут, то бежевый нюд у нас идет матовый. Матовый. Итак, смотрите, мой видеомакияж вот с этой гаммой. Медно-розовая гамма. Мне она нравится, интересный вариант, как вариант. Поэтому смотрите, если понравится, ставьте лайки, подписывайтесь. Будем новые видео с вами снимать, потому что гамма очень интересная. И можно очень много макияжей придумать, причем разных. Поэтому смотрите подробный макияж мастер-класс и повторяйте. Нижнему веку проводим небольшую подводку коричневым карандашом. Затем берем кисть и вытягиваем из этой подводки, тянем линию на подвижное веко, то есть как бы продлеваем стрелочку. Затем берем коричневый карандаш и делаем штришки. Штришки мы наносим на косточку, на саму косточку. Легкими штришками, не нужно давить на карандаш, мы делаем вот такие коричневые штришки по косточке. Затем берем кисть и как бы растушевываем, то есть вот на границе самого карандаша, по границе, мы растушевываем кистью, чтобы не было вот этой четкой границы. Сверху небольшими штришками мы растушевываем тщательно, вытягиваем, как бы стираем такую четкую линию карандаша. Так делаем до тех пор, пока не будет вот такой дымки. Создаем легкую дымку, да, затемняем нашу косточку. Растушевываем
растушевали, затем опять берем коричневый карандаш и усиливаем цвет нашей растушевки. Затем опять кисточкой повторяем те же движения, которые мы делали на первом этапе. То есть точно так же растушевываем границу. Вот делаем такую дымку. Четкую границу карандаша, мы ее как бы также получаем дымку, то есть растушевываем именно концы карандаша. Берем самый темный цвет, это 33684, это темный кофейный. И наносим его в самый уголок нашего подвижного века. То есть затемняем уголок. Идет нанесение теней от темного, самого темного цвета до светлого. Следующий цвет берем 33681, это насыщенный медный. Мы его наносим за темным цветом, либо перед темным, то есть следующим цветом мы наносим яркий насыщенный медный цвет. Где-то до середины подвижного века. Меняем кисть на кисть с широким ворсом и берем уже светлый оттенок. Это у нас розовое золото 33677. И мы его наносим от внешнего уголка глаза на насыщенный медный цвет. По всему веку распределяем. Следующий цвет мы берем 33687, это бежевый нюд, это матовые тени, ими покрываем полностью все оставшееся веко под бровью и по нижней части век и в уголке глаза, во внешнем уголке глаза также ставим белую точку. Эти матовые тени рефилы, бежевый нюд называется. Thank you.
нас получился с вами вечерний вариант макияжа в медно-розовых коричневых оттенках с помощью теней рефилов The One. Вот один из вариантов макияжа. Вечерний, хороший, красивый вечерний макияж, яркий. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки. До новых встреч!